Две недели поклонники Романа Костомарова следят за самочувствием кумира и надеются, что фигурист скоро пойдет на поправку. Однако всю информацию о здоровье спортсмена врачи сообщают лишь близким родственникам. Но, к огромному сожалению, и им не все говорят. Давняя подруга 45-летнего Романа, российская актриса Мария Никанова, считает, что полными сведениями не владеет даже супруга олимпийского чемпиона. По мнению Марии Никановой, в медицинском учреждении, где фигуриста продолжают держать в состоянии искусственной комы, Оксане Домниной не говорят обо всех манипуляциях и малейших изменениях состояния. Своими догадками звезда кино поделилась в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ. «Я не согласна с предположениями, которые выдвигают, что он заболел, катаясь на катке. Думаю, это какой-то вирус. Я так понимаю, что и Оксане всего не говорят». С ней согласен приглашенный в студию врач Сергей Пурясев. Он объяснил, почему доктора приняли решение ввести фигуриста в медикаментозную кому. Мужчина уверен, что такая мера позволяет организму направлять все силы на борьбу с вирусом. Симптомы, которые развивались у него, свидетельствовали о том, что сердечно-сосудистая система не справлялась, выдвинул предположение Пурясев. Несмотря на усилия докторов, два дня назад спортсмен пережил тяжелую ночь. Легенде фигурного катания несколько раз вызывали реаниматологов. Роман не мог дышать самостоятельно. Врачи продолжают биться за жизнь спортсмена. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!